Приветствую всех! Сегодня хочу забраться на вершину Коусалак. Посмотрим, удастся мне сегодня это сделать или нет. Открывается передо мной вид на горы. Вообще за пальм, не знаю, видно вам, нет? Но я вижу их очень хорошо. Да. Вот тут какой-то указатель. Километр с половиной. Ого. Так, я вот переоделся, снял с себя шорты, футболочку легкую, шлепанцы. Берем с собой необходимое количество воды, потому что в джунглях там 100% захочется пить. Так, это я беру с собой. Ну, в общем, одел штаны. Вот. Сменил футболку со светлой на темную, чтобы менее привлекать всякую живность на себя. Ну так что вперед, Андрей, из песни. Так, напомню, я хочу подняться на вершину Коусалак. Посмотрим, что из этого выйдет. Дойду ли я или нет. Ну, по крайней мере, тут пока вот есть такая тропинка. Идем тихонечку. Аккуратно. Тут дикая природа. Более дичайшая, чем я вчера ходил на водопад. А сегодня, несмотря на облачность, очень душно. Я опять начинаю покрываться потом. Напомню, одел я в такие штаны с темной футболкой. Но это необходимо одеть, иначе вы тут в шортах умрете от всяких насекомых, укусов, всего такого. В общем, надо предостеречь свои ноги, чтобы они были закрыты. И обязательно кроссовки, обязательно. Ни в коем случае никаких тапок и сандалетов открытых. Вот лианы начинаются. Тут, скорее всего, обезьян полно. Слышу звуки местных жителей. А вот еще какая-то тропа тут вверх уходит. Ну потом проверю, посмотрим. Саватикап! Вау! Окей. Пытался спросить дорогу до Коусалак, но они не могут объяснить, но говорят то, что не этот путь. Так, иду искать вершину Коусалак. Что там ползает? А, большой какой. Вот это да. Блин, ребят, ну тут еще страшнее. Пиздец. Матерюсь уже. Всякая хрень по веткам ползает. Прошел через русло реки. Какой, ребятки. А вот открывается какой-то вид. Скорее всего, это Коусалак. Посмотрим, что там. Ребят, путь не из легких. Вот. Тут идет тропа в гору. Я уже забрался это на метров 150. Душняк невероятный. Потеешь очень сильно. Не знаю, видно вам, нет. У меня аж кожа вся в крапинку. От жары, от джунглей. Вот. Вот, иду вверх сейчас. Вдоль латексной рощи. Роща латексных деревьев. Вот так вот, кстати, они
надрезы делают такие. И все это вот сюда стекает. Но сейчас нету тут их. Вот. Иду дальше. Он дошел тут до такой таблички. Slippery road. То есть предупреждает, что можно подскользнуться. Вот здесь натянут канат. Это будет нашим ориентиром. Так, ну что, let's go. Вперед. Фух, голова пульсирует. Давленишко. Забрался уже высоко. Так, забрались еще выше. Фух. Предстоит еще подняться где-то 1,5 километра мне. Вот по такой вот тропе, где палит изнуряющее солнце. Сейчас водички попьем и дальше стартанем. Фух. Все течет с меня. Попил водички. Сейчас стартану дальше. Фух. Ну как вам путешествие со мной? Все, let's go, вперед. Тропинки облегчают путь. Скажу вам так, если бы их тут не было, наверное, я бы не двинул сюда. А, вот тут, кстати, прошел я. Что-то написано было. А, это, наверное, дерево такое. Да, скорее всего, это дерево. Ну, значит, это туристическая тропа какая-то, за которую я должен был заплатить 1000 бат. Ну, не платил, а решил пойти сам. То есть я даже дороги не знал, про нее ничего не написано было. Написано только про вершину, кто добирался там, пару фоток и все. То есть я наугад пошел. Несколько раз плутал, но все-таки вышел на верный путь. И я так надеюсь, что это все-таки верный путь. Потому что мне не хочется обратно возвращаться. Ведь столько пройдено уже. Фу. Вот еще табличка какая-то. Ладно, не буду подходить, время терять. Меня интересует пик этой горы. Больше ничего не интересует. И сделать пару замечательных фотографий. И пойти домой. Потому что тут темнеет уже, 6:30, уже совсем темно. Закат солнца. Блин, ящерки эти пугают так. Охренеть, думаешь, снейк. Слава богу, снейков пока не видел. Вот еще табличка. Так. Делаю паузу. Там обезьяны, что ли? Ага. Блин, не хотелось бы с ними встречаться. Ну ладно. О, как тут. Вот тут красота открывается, ребят. Как бы мне хотелось, чтобы вы все со мной тут очутились, посмотрели то, что я вижу. Еще раз повторяюсь, камера того не передает ощущение, как ты видишь это своими глазами. Смотрите, какое дерево, ух ты. Вот это да. Сейчас я вам попытаюсь его показать поближе, насколько возможно. Beware of falling
branches, а аккуратно, то есть будьте осторожны, возможно падение веток либо этих лиан. Какое оно огромное. Человек, наверное, 15-20 можно вокруг поставить и обхватить. Только тогда его обхватишь. Let's go дальше. Присоединяйтесь ко мне. Задавайте вопросы свои. На все, что смогу ответить, я вам обязательно отвечу. Здесь уже немножечко легчает, прохладненько становится и ровнее дорожка. То есть я почти поднялся в гору, но не совсем. Мне кажется, еще километр полтора. Все-таки что-то GPS час назад писал 1.5 километра. И сейчас 1.5 пишет. Ладно, это все хорошо. Че там? Че не залезла? Блять. Фух. Че там? Наверное, падения какие-то обойду. Канатом перевязано. Лучше обойду. А, там вон дерево упало, тут проложили новую тропу. Идем дальше. Поднялся еще выше, 200 метров. И услышал такие звуки. Издают насекомые. Извиняюсь за комменты в течение всего видео. Потому что говорить и идти, смотреть под ноги одновременно, это очень тяжело. Да, и советую, если кто пойдет сюда, идти по абсолютно трезвым, чтобы в крови 0% алкоголя. Потому что тут перепад давления, плюс жара, влажность 100%. Очень тяжело. Идем дальше, ребята. Да, как же они грохочут тут. Обалдеть. Такие тут обрывы. Ну, скорее всего, не видно. Так. О, проводим. Это да, вот настоящие джунгли. Я вам скажу, на Пипидоне было слабовастенько, детский сад, можно сказать. Здесь все серьезно. Еще раз спасибо, то что есть тут тропа, иначе невозможно было бы идти и даже не понимал бы, куда шел. С трудом нашел эту тропу. С трудом, ребят. Выхожу. Нашел какой-то указатель. Ага. Повернуть направо. Блин, молодцы. Молодцы. Указатели есть. А то вот туда куда-то тропина уходит. Возможно, сюда. Но не пойдем. Пойдем по указателям. Да, с меня тонна воды вылилась. Я думал, что уже потеть не буду здесь, в Таиланде, так как я уже привык, прожив здесь около 2 недель. Нифига подобного, скажу вам. Еще вылилось столько же, сколько за все эти 2 недели. Поверьте мне.
Ну как тут уже темнеет, а? Хотя время еще 2 часа дня, но тут темнотища, скажу вам. О, блять, страшно, сука, ребята. Всякая нищец, блядь, на тебя приземляется. Вот вам и кава, салака. Я уже иду около 1,5 часов. На самом деле. Ну, скажу так, что потихонечку становится прохладненько. Поприятнее идти. Ребят, короче, я, наверное, ускорюсь. Надо, правда, ускориться, иначе я не успею потом еще спуститься. Дерево обвязано материей. Не знаю, что это за знак, символ чего-то. Не знаю. Кстати, тут белок уже видел. Такие быстро-быстро пробежали. Не успел заснять. Такие пушистые. Вот грибочки еще. А если получится заснять еще раз, обязательно покажу. Или либо сделаю вставку в видео. Идем дальше. Фух. Еще подъем, оказывается. Не все так просто. Ребята, ну кажется, я уже близок. Близок за завершение своей миссии. Потому что все светлеет. Тут вот проявляется небо. То есть я выхожу, скорее всего, на вершину. Сейчас посмотрим. Так, тут равнина уже какая-то. Иду дальше. Вижу сквозь крону с остров, то ли море. Непонятно, что-то виднеется, горизонт какой-то. Так что не переключайтесь, ребят. Приложение мне показывает, что осталось 760 метров до конечной точки. До пункта назначения. Вот. Пользуюсь приложением maps.me. Очень хорошее приложение, лучше, чем Google карты. Советую вам. Для путешественников очень удобно. Чуть-чуть отдохну, немножечко совсем. Надо водички попить. И продолжить дальше свой путь. Вот еще дошел до такого указателя. Опасайтесь падения. Смотрим. Тут можно подскользнуться. Ну да, если улетишь туда, ребят, это все, это трындец. Там лететь прилично. Нет, эха нету. Эха нету. У нас-то в горах мы в ущелье были. А здесь я прям на горе. Тут воздух разреженный. Вот. Здесь вот еще канат повязан для страховки, чтобы не улететь вниз. Опацы. Фу. По пути встретилась табличка такая. Осторожно. Берегись падающих камней. Фух. Правда, путь не из легких. Это я еще не дошел. Но вот открываются уже такие пейзажи.
немножко покажу и сам немножко гляну. Вот. Все, хватит. Надо идти дальше, на самую вершину. Идем дальше, ребят. Надеюсь, это финишная прямая. Потому что я уже иду около 2,5 часов. Подустал немного, весь мокрый. Но здесь наверху невероятно, но очень прохладно. Нет, я был чуть-чуть неправ. Это не финишная прямая. Мне надо будет еще, скорее всего, пройтись метров 20, скажем так. Фух. Вот передо мной тут скала какая-то. Надеюсь, это последний рывок. Очень надеюсь. Иду уже по скалам. Охренеть. Тропинка кончилась. Начались скалы. Вот это приключение. Ну что, сам того хотел. Назад дороги нету. Осталось 270 метров. Если верить навигатору. Так. Фух. Так. О. Вот это красотища открывается потихоньку. Вот это да. Ебать колотить. Супер. Но я еще не дошел. Осталось совсем немного. 59 метров показывает навигатор. Ура, я близок к цели. Ну где же ты? Точка обзора. Где же ты, вьюпоинт? Вот тут какие-то тайские украшения. Так, тут бы не улететь. Тут не видно пока. Мне кажется, дальше. Пойдем дальше. Так, выходим. Опа. Фух. Опа. Аккуратно. 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 Оп. Опа-на, ребята! Ребята, я это сделал! Я добрался до этой горной вершины. Неужели? Да, я шел где-то около 3 часов. Путь занял около 3 километров. Там 2900 по навигатору показывал. Но было очень сложно, скажу вам, ребята. Смотрите, какой вид. Это непередаваемые ощущения. Ах ты, боже мой. Вот он, Кочанг, остров. Обалдеть. Вот она моя, эта вершина горная. Вот оттуда вот я вышел. Дорога была очень, блин, прям очень, слов не могу найти. Невероятно красиво. Сложновато, но красиво. Сейчас немножечко пофоткаю здесь. Надо запечатлеть обязательно. И снять пару красивых бирольчиков для моего видео. Вот это обрыв, ё-моё, вот это да, охренеть, блин, тут надо аккуратно, чтобы ветром не сдуло. А то весь мой путь на смарку будет.
Итак, путь занял на подъем 3 часа. Расстояние примерно от 2700 до 2900 метров. Спуск у меня занял около часа, час 15 вроде, что-то такое, я уже подзабыл. Ну, в общем, на ту тропу не ходите. Ходи сюда, туда не ходи, налево, и там по моему видео вы можете определить дорогу. Правда, местами заросшее все, непонятно, я интуитивно нашел дорогу. Ну, в общем, вот так вот, ребят. Запарился, слов нету, голова не варит, надо домой ехать, кушать, мыться и все такое. В общем, как-то так. Сейчас переоденусь, выпью водички и let's go в путь.